спрашивали, отвечаем. Что риэлтор в результате сбора информации может рассказать о недвижимости? Основная функция риэлтора – это обеспечить безопасность сделки. Чтобы обеспечить эту безопасность, риэлтор проверяет множество факторов по квартире и собственнику, чтобы понять, насколько эта сделка возможна и насколько ее возможно провести безопасно. Каким образом? То есть мы проверяем, во-первых, продавца, то есть на наличие или отсутствие банкротств, исполнительных листов, судебных решений, долгов по федеральным судебным приставам. Также мы, конечно же, проверяем квартиру на наличие отсутствия обременений, ипотек, арестов, задолженности по коммунальным платежам, комплектности документов и скрытым подводным камням, которые следуют из этих документов. То есть все эти моменты, конечно же, проверяются. Ну и вообще сама суть сделки тоже немаловажна. То есть если, к примеру, у вас вы выбрали квартиру, в которой идет обмен, то есть взаимосвязанная купля-продажа недвижимости, то значит купить эту квартиру быстро не получится. И это нужно знать уже на начальном этапе. Все выпуски программы на сайте первомедиа.ру. Телефон редакции 64 92 92.